Из 40 коллективов, которые показывали свои выступления до гала-концерта, добралось всего лишь 26. И теперь здесь, в Ярославской филармонии, состоится долгожданный финал. Это Яр Фолк Фест, и мы следим за всеми событиями. Сегодня заключительный день 6-го Ярославского международного фестиваля народных хоров и ансамблей Яр Фолк Фест. И сегодня здесь, на сцене Ярославской государственной филармонии, мы с вами услышим и поздравим победителей нашего фестиваля-конкурса. То есть сегодня на гала-концерте вы увидите лучшие из лучших. Несмотря на все напряжение и ответственность перед гала-концертом, здесь в гримерках царит потрясающая атмосфера. Коллективы веселятся, репетируют и заряжаются положительной энергией. Волновала рассветная тишь, счастье было до того.
Первая часть гала-концерта завершена, многие коллективы уже получили свои дипломы, а некоторые еще только готовятся к выходу на сцену. Давайте подойдем к одним из них. Ребята, привет! Здравствуйте! Какой вы коллектив? Вы еще только готовитесь к выходу на сцену? Что приготовили? Номера. Что за номера? Что будете танцевать, петь? Все вместе. Да. Который раз уже приехали? Первый раз. Какие ваши впечатления вообще? Очень красивый город. Архитектура прекрасная. Что больше всего запомнилось? Шествие, может быть? Да. Шествие запомнилось. Ладно, я желаю вам удачи. Выступите на отлично. Спасибо. Публика замечательная. Репертуар коллективов, просто здорово. Это праздник и для вашего города, и для нас, для Санкт-Петербурга, что мы приехали, что приняли участие. У меня двойное впечатление. От города, прекрасного города Ярославля, и, конечно, от участников, которые здесь выступают. Мы слушали другие коллективы, мы общались с другими коллективами. И вот это такое единение нашей русской культуры. Yeah.
Очень хороший, зрители очень добрые. Хорошо. Коллективы вокруг очень позитивные, красивые костюмы. В общем, мы не хотим никогда теперь отсюда выезжать. Мы каждый год будем приезжать. Спасибо. Желаем успехов этому фестивалю. Впечатление очень хорошее. Мы уже второй год сюда приезжаем. Здесь очень приветливые люди, организация очень хорошая, все на уровне. Молодая канарейка, лисы.
хожу я на гуляни и танцую, и пою. От народа в хороводе никогда не отстаю. Гармошечка, голосистая, голосистая, гармошечка моя. Гармошечка, голосистая, голосистая, гармошечка моя. Общее впечатление совершенно замечательное, потому что какие-то были, может быть, мелкие препоны, но все само по себе разваливалось, и у нас получился совершенно замечательный фестиваль в этом году.